стопы, мордые руки, и волнение просто нас провожают в первый класс. Покажу ему наше детство и скажу: вот это, брат, наше счастье, наше детство, нас с тобою детский сад. Дошколят.
маленьких, для артистов и танцоров дошколя. Так, зачем? Ну что еще? Жемчуга!
he told me what to do. He told me. Дети-то, может быть, не знают, что надо в школу. Проверим родителя. Проверим самого умного родителя. Проходите, не стесняйтесь. Проверим ваши знания. Проходите, проходите, что это такое? Потопим сейчас всех. Ра-та-та-та-та. Завязываем глаза. Для усложнения. Вам хорошо? Вам хорошо? Кто вы от нее пойдете? Если что, сразу в чемодан. Да. Так, рассказывайте правила. Мы собираем в портфель, рюкзак, ранец только то, то что нужно в школу детям. Только те принадлежности, которые нужны в школу детям. Ребята, считайте громко. Раз, два, три, четыре. Вот отсюда. Как сыпь я ему нёб, и это забыл о нём.
выключила окно. Не ожидал немножко. Вот это такой гугл. Классно я его провел. Мама стоит домой, наказали мне с тобой. От пап не знаешь, что я ожидать. Забот, хлопот и не сосчитать. Нам надо, пока не поздно, ноги отсюда уносить. Море синее нас ждет. По местам полный вперед. Отплываем, отплываем. Ждут нас море. И мы сейчас увидим сценку недоразумения. Надеемся, что такого в нашем детском саду никогда не случится. Выходим, пожалуйста. Давайте, это наши педагоги. Солидный портфель и солидная шляпа. За Вовочкой в садик является папа. Впервые за 5,5 лет у папы нигде совещания нет. Наш папа солидный стоит на паркете и надпись читает с названием группы «Младшие дети». Я в садике вашем впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас. Он робкий такой и послушный с пеленок. По-моему, вот этот, сынок мой, Григорий. Не важно, можно подняться еще на этаж. И снова наш папа стоит на паркете, а сверху написано «Средние дети». За сердце хватается Вовочкин папа, и тихо на нем поднимается шляпа. Я в садике вашем впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас. Простите, мы видим вас первый раз. И мальчика Вовы нету у нас. И снова наш папа стоит на паркете под надписью «Старшие садики дети». Я в садике вашем впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас. Нет, в группе ребенка по имени Вова. И ваше лицо нам совсем не знакомо. Заведующий нашей, прошу вас, пройдите. И в списках ребенка вы там поищите. Еще на этаж поднимается папа. По лестнице катится папина шляпа. Он медленно сел и шепнул. Обстановочка, забыл. Ведь у школы пошел мой сын Вовочек. Thank you.
Мы еще придем назад, приведем своих сестренок, что не выросли с пеленок. Наш любимый детский.